današnji dan posvetit ćemo pravom kulturizmu. Idemo prvo u Ermitaž. Здравствуйте, Бошка. Как приятно вас видеть в Эрмитаже. Это портрет Петра I, работа неизвестного сербского мастера XVIII века. А сейчас, Бошка, мы входим в особое хранение Эрмитажа. Перед тронным залом гости попадали в военную галерею Зимнего дворца. Граф Михаил Александрович Милорадович, он стал военным губернатором Санкт-Петербурга. Как кажете, Санкт-Петербург и спектакл. То есть, заправо, премьера балетской представы. И то какве. Далеко веће него што сам мислио. Это тот театр, в котором были созданы величайшие классические произведения, которыми пользуется сегодня весь мир. Ну, Олеся, низкий поклон. Ой, спасибо. Низкий Я так рада, поклон. Друзья, мы из Сербии. Прям, знаете, как прикоснуться к Сербии очень приятно нам.